что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Фокс, и сегодня мы играем в TNT Run на сервере Hypixel. А, собственно, мы играем в Майнкрафт, и сейчас мы попали на маленькую-маленькую карту, на которую надо выжить. TNT-шки падают, да. В общем-то, так, немножко разъясню ситуацию. Итак, начнем. Собственно, В общем, меня просили TNT Run записать, я записываю. Вот. Так, дальше. Почему не было видео, хотя это мало кого волнует. Я болел. И плюс, как вы знаете, есть один замечательный праздник под названием 1 сентября. Но у некоторых оно было вторым, поскольку 1 сентября это было... Это был грёбаное воскресенье. Но на самом деле оно было не грёбаное, поскольку всё-таки воскресенье это всегда праздник. Хоть учишься, хоть нет. И черт, я уже провалился на 3 уровня вниз, и это как-то меня печалит, я теряю фору походу. Так, в общем, как-то так. Вот. И я окончательно выздоровел, я надеюсь, окончательно. Может, конечно, симптомы прошли, а болезнь осталась, но я думаю, что окончательно прошла. Так что сейчас вы можете услышать мой нормальный голос, а не как был в Seven Islands. Что я надел? Я использовал дабл джамп случайно. Почему-то он мне иногда срабатывает, когда я зажимаю пробел. Интересно. Почему-то такая вот... Да что, вот видите, он у меня сейчас сработал. Я зажал пробел, и он мне сработал. Почему? Это остается для меня огромной загадкой. Итак, 5 из 12 осталось. Как-то это меня печалит все-таки. Если я упаду уже вниз, то у меня ни дабл джампов, ничего. И низ уже весь разгромлен, по сути. Так, придется как-то выживать. Ладно, будем выживать. Итак, сколько у нас человек осталось? Осталось 2 человека. Ой, черт возьми, 2 человека. 2 гребаных человека. Я и кто-то еще. Ее, я выиграл. Я хоть и упал, но я выиграл. Ребят, я выиграл. Итак, сейчас у нас будет второй раунд. Сейчас я быстренько подыщу сервер. Также, в связи с замечательным праздником, я хотел записать вчера ролик, а сегодня его, естественно, отрендерить. Но, как оказалось, все школьники решили вдоволь наиграться до школы. Естественно, даже помимо русских, решили вдоволь наиграться в Майнкрафт. И, естественно, все сервера Hypixel, а именно TNT Run, Blitzurl и все такое, они сразу забивались. То есть табличка освобождалась, то есть сервер освобождался, и он сразу уже забивался. Ребят, это просто жесть была вчера. Это капец какой-то. Я даже держал кнопку постоянно, но, как вы понимаете, не особо у меня это и вышло. В общем, я в ожидании около 5 минут подождал и думаю, ладно, завтра запишу. И вот, пожалуйста, записывай. Вот я, ну, в самом начале и умер. Ой, в смысле, упал. Да, серьезно, это как-то не по мне. Я говорю, теряю фору. Так, вот чувак появился, сейчас надо ему перекрыть дорогу, сейчас будем вот так вот бегать. Так, я его вижу. Вот. Главное самому не упасть. И надо вот так вот, я вот выработал новый план. Нужно просто перед людьми бегать, типа. Они бегут, бегут, ты резко перед ними выбегаешь, и все. И они падают. Ведь от резкости, оп, от резкости никто не застрахован. Вот как этот человек пытался мне то же самое сделать. Может, конечно, это он и не нарочно, но ладно. Итак, у меня уже есть 2 дабл джампа, это круто. Главное их не использовать. Сейчас я проверю. Нет, не сработало. Все-таки сейчас фича с долгой задержкой пробила. Потому что в прошлом бою, а не... Нет, даже не бою. В прошлом ранее у меня почему-то это не вышло. Точнее, очень даже хорошо вышло. И это меня печалило. Все-таки как-то использовать да, 2 дабл джампа впустую. Ну, ребят, это как-то не так хорошо. Так, сейчас быстро уходим направо. Так, так, ускоренный режим. Так, здесь проходим. Так, здесь уже остается мало человека, также мало платформ, на которые можно запрыгнуть. Ну, не так уж, кстати, и мало человек здесь осталось. Платформы большие, но их мало. Мне как-то привычнее играть на более маленьких платформах, но с большим количеством их.
Мне как-то это более по душе. Итак, сейчас я использую технику вперед-назад. Это замечательная техника, на которой можно самому упасть. То есть взять, саму себе сделать ловушку, по сути. Но, ладно, не буду так делать. Потому что это отчасти глупо, отчасти нет. Еще кто-то на улице сигнализацию включает. Ладно. Так, ладно. Бегаем, бегаем, бегаем. Просто бегаем. Черт. Откуда ты свалился? С неба, что ли? Ну, чисто так он с неба свалился. Такс. Итак, осталось 8 человек. Это избранные, которые должны пройти все испытания, чтобы победить. Да. Вот так-то. 6-24. Ой, 5 человек осталось. Ой. Ой. Как-то это волнующе. Я и про, ну как бы. Как бы это как-то громко сказано. Ладно. Просто бежим. Run, run and run. Кстати, вспомнился фильм «Беги, Форест». Кто смотрел, лайк, вообще клёвый фильм, по сути. Но некоторым он может, конечно, и не понравиться. Так, осталось 3 человека. Черт возьми. Так, я, похоже, веду себя... А, нет, не веду себя в тупик. Не надо, не надо. В тупике себя совершенно не веду. Так что можно все бегать, 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 бегать. Так, вот здесь надо двойной. Так, здесь надо двойной. Так, так, так. Ребятушки, напряженная ситуация. Напряженная 3 человека. И кто же выиграет среди этих 3 человек? Адская битва. Тын-тын-тын. Текс. Текс. Сейчас мы прыгаем на эту платформу. Бежим. Падаем. Берем, используем прыжки, но у нас ничего не выходит, и мы умираем. Третьими. Ладно. Третий тоже неплохо, конечно, но хотелось бы лучше. Но. Эх, ладно. Ну что ж, ребятушки, вот такой у нас Тинтиран веселый был. Прям веселый, прикольный. Первое и третье место тоже неплохо, как бы. Третье место не очень, конечно, хорошо, но первое это круто. Так, ну вот, как-то так, на этом все. И если вам понравился этот грёбаный Тинтиран, то не забудь подписаться на канал, поставить лайк, а также поставить свой комментарий. Обязательно свой комментарий. Да-да-да. И проверю. Всех проверю. Да-да-да. Так что, вот так вот. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Фокс. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока. Пока-пока-пока. Как вас много-то? Ну, немного. Все в школах. Да.